Всем привет, дорогие друзья! Да, вы дождались этой рубки. Вы набрали уже под моим каналом 20 подписчиков. Так что я решил сделать ролик, который обещал. Сегодня у нас будет в топах 3 игры «Игра в кальмара». То есть, я буду делать обзор на клоны на «Игра в кальмара». Вот. Первая игра у нас называется «Игра в кальмара». Что мы видим? Куклу стоящую, Майнкрафт-блок там еще есть, и человечки, какой-то мясник, и обычные плееры. Простите, у меня икота, так что привыкните, пожалуйста, простите. Короче, у нас сегодня будет такой праздничный выпуск на 20 подписчиков. Блин, у меня эта икота уже задолбала. Ладно, у нас еще есть... мы можем выбрать костюмы, но... Костюмы пока нельзя купить. Их очень мало, я как вижу. Ну ладно. Давайте, в принципе, на старт нажмем. Вау. Так, так. Ой, красный цвет. Я так понял, нам нужно просто на звук ориентироваться. Нифига себе, они там стреляют. Короче, на звук здесь не ориентируемся. Это когда на бошку свою... Ну, уже куча народу поубивала. Мне кажется, еще больше поубивает, если... А мне кажется, что песня просто сломана. Она неправильно вообще показывает. Ну, я... Не знаю, я как-то стараюсь... Быстро, быстро, давай, давай, давай! Я добежал. Добежал, друзья. Давайте мы здесь попробуем скины, посмотреть скины. Вот шоп. Шоп. Здесь есть какие-то скины. Можно купить скины. И еще, ну, что еще делать в этой игре? Я не знаю, что еще делать в этой игре. Скины мы тоже посмотрим. Я хочу сделать так, чтобы можно было скины разблокировать. Вроде бы вовремя. Так, меня не пристрелили. Это и так уже хорошая ноль. А у них пристрелили. Так, идем. И все. Пускаем. Кукла всех убивает, а мы... Теперь меня хорошо идем. Очень. Так, я так понимаю, с ней показывают вот этот вот значок. Тогда они их сейчас просто пристрелят. Кстати, я заметила, что он это какой-то кубический стиль. Вот это вот. Реально какой-то кубический стиль. И... я еще, почему вот эти вот офицеры «Игра в кальмара» не держат пистолет? Они, у них просто плечо держит этот автомат. Ну, ладно, может такая игра. А мы переходим к следующей игре. Ёкарный бабай. Так, мы сейчас перейдем к следующей игре. Следующая игра. 456. Какой-то. Я так понимаю, в прошлой игре нечего уже делать. Давайте посмотрим эту. Я думаю, что в этой игре будет побольше всего. Здесь будет Among Us. Connection. Блин, надо интернет включить. Я не знаю. Ладно, давай. Ну, включилось ли? Я включил интернет. Короче, давайте еще раз я попробую. Так. Я думаю, что игра будет клевая. Стопы. Мне что, интернет не... Вот только не... А, все работает. Я уже просто испугался. Вдруг у меня интернет не работает. Кстати, после этого ролика мы поиграем в игру «Бабка Гренни». Вы, наверное, слышали про эту игру. Очень давно. Первую часть будем играть. Потом уже вторую, если вам понравится. Так. Не надо. Не хочу никакую игру. Короче, мы должны выбрать язык. Здесь есть Украина, ладно, нету. Так, давайте напишем, кто я. Так, Ваня. Ваня написал. Не понял. А, ну, только цифрами можно, понятно. Так, у нас есть здесь игры. Есть Chuck War, Red Light, Green Light. Давайте Red Light, Green Light попробуем. Чё она танцует? Она. Короче, это 2D стиль игра. Так, не нужно мне это. Так, начинаем. Это что такое?
Воу! Мы еще поиграем в Among Us, если вы захотите. Так. Она меня иногда... Она еще ускоряется, друзья. Вы видите трупы? Сколько много вы поубивали? Хотя три трупа просто. Я так понимаю, просто по одному человеку убивают. Быстрей! Никого не пристрели. Кого-то все... А чё никто не... Ой. И, короче, выиграли. Так, быстрей! 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 О! Мне буквально 2 секунды оставалось, и меня бы пристрелили бы самым последним. Так, get revived? Нет, не надо мне это. Все. Он клёк новенький. Нет, я не хотел. На что я потратил свои деньги? Короче, один алмазик. Да ё-моё, реклама! Давайте отключим интернет. Жаль, что я не могу никак запись перенести. Хотя в MyDesign это мог сделать. Короче, я решил пока снимать на этой системе. Я все проверил. Наверное, без разницы. Короче. Давайте посмотрим, какую мы игру можем разблокировать. Так, мы можем вот такую игру разблокировать. Это прыжки по стеклянным штучкам. Так, кто первый будет ходить? Так, я думаю, я что ли первый? Да ну нафиг, нет. С первого раза я уже поиграл. Так, друзья, давайте еще раз. Это не дело. Так, что это там такое? Так, сканер. Мы можем использовать сканер, друзья. Так. Ага. Короче, так, скан. Ой, блин, а нахерена я туда прыгнул? Там же был сканер. Ах, меня иногда уже бесит это. Короче, остальное только надо за 10. А это что такое? Это что-то новенькое. Такого в игре в кальмары не было. Что это такое? Такого в игре в кальмара не было. Что за говно? Здесь такого... В игре в кальмара такого не было. А чё? Он другой не пошёл, ладно. Гениально просто. Я не знаю, что здесь происходит. Игра вообще уже стала бессмысленной. Я так понимаю, если игра уже стала... Ну там... Если вы хотите продолжение, чтобы я другие уровни там разблокировал в игре, пожалуйста... Ну, если вам понравится эта игра, поставьте лайки. Так, а здесь какая-то игра другая. Мне она не нужна абсолютно. Так, удаляйся. Так, давай... И третья игра на сегодня... третья игра, это последняя игра. Squid Game. Какая-то Squid Game, короче. Я не дочитал это полностью. Squid Game. Давай плей. Ага. Так, ой. Вау. А где здесь мелодия? Надо останавливаться. Вау, сколько много кровищи. Меня это не забанит за это. Никого не поубивали, друзья. Так, я вовремя остановил. Вау. Вау, это жесть. Всех сейчас поубивают. Короче, здесь какие-то стикманы. Да, давно не было игр про стикманов, но просто они сейчас уже как-то не очень с ними обстоятельства. Но убиваю здесь... А мы успеем хоть? А что будет, если выиграть? Ой, ёкарный бабай. Никто не остался живых, кроме Паена. Что такое Паена? Так, быстрее. Всё? Блин, да что можно за это время успеть? У меня даже... Мне просто... А чё? А, нас пристрелили, понятно. Короче, игра какая-то странная. Я не знаю, как ее пройти, вот эту вот третью, последнюю игрушку, но... Короче, друзья, вот такой у нас сегодня был топ-3 игр в кальмара на 20 подписчиков.
Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, огромный палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Ваня Плей. Увидимся в следующем ролике про бабку Гренни. Всем пока-пока!